Inerenza le chiede per fare partire per i fronti che pensate ma sto che non posso mettere il mazzo da cravate con la mia mente caccia poco da pisti tecnica casino e fioste oggi mi fai sgaccio io c'ho tre cazzate se fai ma per spiegarci a me la sky spino di cani da cani ma disco da va. При всех. Я тебе крайне признателен и благодарен за ту поддержку, которую ты мне уже не первый год оказываешь. Так что тебе спасибо. Итак, самый лучший усач России. Пенси. Лёва, прости. Погнали дальше. Yeah.
сделаем. Слушай, давайте ее узнаем. Тут регулярно делают такой типа. А сколько пацанов в зале? Пацаны, шуму! А за это малышек? Пацаны, я палю статистику в своих социальных сетях. Более того, я палю статистику по прослушиванию в Apple Music и в другой, и вот это все. 50-50, отвечаю. Ну, может быть, 60, особенно максимум где-то. 50-50. Пацаны, дайте шума! Малышки? Здесь можно предположить, что здесь есть малышки, которым нравится хип-хоп, да? Нравится хип-хоп!
останется хип-хоп, а сердце останется красноречивых углей. Следующих пару песен я попросил секунду. Чарка! Мне кажется, надо все-таки в райдер включать эти вентиляторы. Что-то как пьянка. Для следующих пару песен я позаимствовал припевы двух прекрасных, супер крутых музыкантов из Украины. Я даже из братской Украины, не похуй, что там люди в больших кабинетах говорят, они так из Украины. Так поэты? Пойдем,
Ты на сцену, если у меня есть там лазер? Надо, только делитесь. Можно, пожалуйста, воды? Можно нам, пожалуйста? Давай, давай, давай. Можно еще воду достанем, если я поговорю? Все, в этот раз я не расскажу, я вообще. Огромное спасибо Рождену за эту прекрасную песню, за эту песню.
за просто неповторимый оригинал. Следующую песню, честно, не подумал в последнюю минуту, что нужно включить все-таки. Но я не уверен, что я помню слова. Восход! Восход! Если вы можете, будет супер. Снова кому-то на взлетах молюсь, да я каждый раз не въезжаю, каждый раз от тебя расъебываюсь. До горизонта немного, а мы все вокруг да около. Мы казалось устойчивым, внутренним миром рушится с грохотом. В зеркале заднего вида земля, и все, что было здесь связано, я бы пытался еще, но люди в лагерь. Настоящему сжечь храм эту палатку, да? Шатай кабак. Ура!
запарился? Let's go.
Как у нас и прибило на металле, всегда на металле. Сами берем все то, что нам не дали. Вы заебали своими фитами. Я не залетаю на путь, если я на пути, это пить залетаю. Я не понимаю, снимаю живут, как я не знаю.
Спасибо большое всем, кто сегодня пришел. Супер. Спасибо за поддержку. Тех самых низов, стреляем ультразвуком в унисон, прошиваясь сквозь ныне зон. Ноги сбиты в зубах песок, меж лоскут фигуры с воском, отдам часов. Острая линия меж строк, давит висок. Мы так высоко, ты бы вещать тут не смог. Кроме солнца, пивая сон, верю на фронт, готов наш настрой. Скорили до хвоста, Thank you.
Я хочу вам представить Эрика Шутова, кто не знает, гитара. Сегодня с нами. Сделайте шум на него! Очень много музла мы вместе делаем. Ну, кто в теме? Те в теме, те ребята знают. Вот. Еще раз шум на Эрика. Дальше несменный диджей Бабич! Саша Анжел, группа «Модель поведения». Рок-н-ролльчик. Костян, я понятия не имею, фамилия. Костян! Юра Сабитов, труба! Рома бесценный, наш оператор сегодня просто живет на сцене своей жизни. Подписывайтесь на него в Инстаграм, он снимает ТикТоки. Ну давай, ну что ты там прячешься? Ну выходи уже. На самом деле, да, я думаю, это тот случай, когда не надо ждать приглашения, потому что на эту песню я сама напросилась. А я только рад. Просто я уже заслужила взять и напроситься на песню, которая вообще не для меня была написана и не для меня была спета. Но я могу, поэтому я тут. Я не знаю, как он это делает. Я сегодня 3 раза спросила, как он это делает. Он не признается. Но я уверена, что под эту песню не только девочки ревели. Сири, спасибо тебе огромное за все. Тебе снова спасибо. Я не знаю, как это делать. Просто не прекращай, пожалуйста. И за вечер спасибо, и за очень крутой концерт. Я не знаю, успела вам сказать, но то, как они все переживали там за кулисами, то, как Сера волновался. И вы знаете, что сейчас концерты, ну, они все на волоске висят, и мы правда волнуемся до последней секунды, случится, не случится, это происходит. Очень крутой концерт. Сейчас сделаем по красоте, чтобы Серый тоже ревел от своих песен. Что все будет гладко и просто. Теперь я смотрю на тебя и вижу ребенка, что потерялся на перекрестке. Или хотя бы помочь тебе, покажется, я закончился. У нас была целая жизнь, теперь у нас ровно полчаса. Под собаными крышами, мне пора обратно. Ведь все, что обо мне ты слышал, оно не будет просто. Мы прячемся от вспышек, туда, где потемнее. Прикинь, они хотят меня по песне о тебе. Перед тобой море, мои флаги на ветру. Я целую
3 минутки. Я не могу закончить концерт в Москве не этим треком. Это Юг! Этот трек с альбома 2012 года, кажется. Он был написан в 2011. То есть ему уже... Это Юг! Пацаны, все, кто участвовал в концерте, давайте к нам послали. Спасибо.